Видеокнижка — это такая возможность проявить чувство. И вот в каком слове какое, да, из того, что почувствовал, или то, что вот сейчас как ощущаю, это вот такая прям возможность взмахнуть крыльями, да. Это такой взмах тем, кто там летит в композиции, да, тем, кто тут рядышком. Причем то ты взмахнешь, да, то я, то ты по очереди. Довольно быстро листаются странички, да? Я даже так подумал, ну, можно было, наверное, текста побольше на каждой страничке написать. А потом думаю, нет, это же взмахи, да? Они же там... Ну, может, есть какие птицы, которые очень медленно взмахивают, да? А здесь прямо надо такая концентрация какая-то нужна. Внимание. Быстро вот перевесло, и буквально тут же надо уже читать. Больше, ну, интереса. Внимание хочется проявить интонациями самой композиции. Потому что здесь же уже нужно свои интонации, да, положить. И вот прямо такой интерес быть в созвучии. Вот этот авторский вариант, получше его почувствовать, где, в каких словах, какие чувства, чтобы при чтении книжки быть, так сказать, взмахивать в том же ритме. А ведь хочется вот так же, как у них, красиво. А тут такая возможность прямо из сказочного мира, да, полетать. Сейчас прочитала и понимаю, что это вот сейчас мне подарили такое вдохновение. А завтра я открою, я еще точно что-то найду, потому что она бескрайняя, она как полет. Очень радует эта возможность. Как будто полетали вместе, да? В этой сказке. Чуть-чуть. За журавлиной стаей взмахнули крыльями вместе.